Всем привет, ребят! Приехал очередной пакет из Китая. Здесь находятся у нас наручные часы. Да, не смотрите, что пакет довольно большой, просто сама упаковочная коробка от часов довольно громоздкая. Ехала посылка почтой Гонконга, и самый интересный факт, доехала она ровно за 10 дней с момента заказа данных часов. Итак, как всегда, таймзон оценивает посылки 18 или 19 долларов, пишет это часы. Ну, средняя такая стоимость часов, можно сказать. И самый интересный факт, что эти часы я не оплачивал. Если помните с последнего видео моих часов с этого же магазина, часы были уже по счету, наверное, пятые или шестые по заказу с этого магазина. И увидел я на механике одной сообщение от продавца. Типа, о, дорогой друг, вы у нас типа постоянный клиент, лято-поля, мы решили сделать вам подарок, выберите любые часы в районе 40 долларов. Ну, конечно, я все, спасибо, дружище, сейчас выберу. Выбрал часы в районе там 38, по-моему, долларов или 39 стоили. И все, продавец сказал, все, дружище, через 3-4 дня мы отправим вам типа подарок за то, что вы наш постоянный клиент и покупаете много типа товаров. Я, ё-моё, кто же откажется от халявы? Так же, ребят? Так, теперь у меня черный стол засвечивает черную коробку часов. Как помните, Кохен Сохне, да, или как там, ребята уже писали в комментарии, как правильно произносится это немецкое название, точнее, автора часов или дизайнера часов. Ну, будем называть Кохен Сохне. Ну, коробка довольно большая, здесь дополнительно, короче, в простом пакете, без пупырки, и почему-то коробка даже не помялась. Странно, очень странно. И достаем. Так, здесь у нас, как всегда, внутренняя сторона замшевой коробки, также идет карточка сервисного центра, типа гарантийная карта, которая дается на год, как бы, и мануал на английском языке. Здесь типа, здесь показано, что водонепроницаемый, смотрите, поэтому вот. Кожаный ремешок, показывает дату, день, часы. И это механика, ребят, да, это не кварц, механика. Вот так. Датер также есть, все есть. И давайте покажу сами часы. Выбрал я коричневые часы, механика и с кожаным ремешком, также коричневым. Проверяем. Как-то не запаковано странно. Ну, если честно, ребят, приятно, когда вот сами китайцы, не надо их просить, ничего, сами, сам написал. Ну, видимо, таймзон, да, он серьезный магазин, как бы там уже и рейтинг, по-моему, корона или что там. И в итоге сами пишут, сами предлагают. Хотя в самом магазине нигде не написано, что купи там 5 часов, получи одни в подарок, купи 10 часов, получи 5 в подарок или типа того. Да, есть, по-моему, какие-то купоны, я насколько знаю, 5-10 долларов, там купи на сумму 30 долларов, получи 2 доллара купон, да, типа скидку и так далее. Ну вот смотрим, ребят, такие вот часики. Так, давайте сразу снимем. Здесь бирку также снимем. Ну, таймзон сам по себе хорошие часы, дешевые и хорошие. Так, ремешок очень толстый, да, и он твердоватый. Я не знаю, кожа это или не кожа. Ну, вот сами часики, ребят. Стекло у нас немного увеличивает под боком. Все циферблаты здесь рабочие, это не муляж какой-то. Вот, смотрите, перещелкиваю Sunday. Также перелистываю дни правая. Вот так. Механика полная. Потрясли, завелась. Не знаю, сколько будет работать от одной заводки, например, ну, так потрясти, положить, посмотреть, на ночь хватит, не остановится ли. Но будет видно со временем. Давайте, специалисты, скажите мне, кожа это или не кожа? Будет плохо видно, но если ее вот так вот помять... Здесь не угадаешь, надо, короче, брать зажигалку и полить. Ну, похоже что-то, похоже на кожу. Но сделано, как всегда, на высоте. Ремешок прошитый, отверстия все пробиты. И с обратной стороны у нас светлая кожа. Здесь маркировка самого дизайнера, типа а-ля дизайнера. И здесь Genuine Leather. Genuine не знаю, а Leather кожа, да? И интересная, кстати, застежка. Таких застежек я еще не встречал. Так, это нам не надо уже будет. Как она вот работает, только понять. Так. Интересно. Такого я еще не встречал.
Что это за такая застежка интересная? И как она работает? Кто-нибудь встречался с такими застежками? Напишите в комментарии, как ею пользоваться. Так, ну это я понимаю. Это, по идее, должно отщелкиваться. Открываться, да? Или нет? Вот это намудрили китайцы, а? Ух, да, китайцы. Я не посмотрел на ремешок. Без понятия, ребят. Надо будет разбираться, как она здесь работает, как открывается вот эта верхняя застежка. Но факт в том, что вот так вставляем, да? По идее, так. Такие я еще застежки не встречал. Но на мою руку худощавую достаточно ремня. Укорачивать не надо будет. Так, ребят, разобрался я немного с этим ремешком. Все-таки вот, элементарно просто. Так, это у нас так застегивается, и это сверху застегивается. Так, так и так. И все, получается цельный ремешок. Если захотели расстегнуть, просто на себя подтянули, здесь подтянули. Эту также надо посильнее подтянуть, чтобы открыть ее. После этого мы вставляем сам ремешок, какую нам нужно, да, на руке уже готовой. Защелкнули и сложили. Ох, неправильно сложил. Сначала эту. Так, потом эту. Вот так. И вставили. Что-то наподобие этого. Но, мне кажется, слишком замудренный замок. Продолжаем. Корпус хромированный. Был вариант еще, ну, другого цвета. Были также такие же часы, такого же плана. В золотом цвете, в серебряном, в синем. И вот коричневый с хромом. Я решил так вот. Коричневый с хромом. Так как золотые, скорее всего, будут стираться. Ну, с позолотой, типа. Позолоченные. Будет стираться краска сама. Вот так, ребят. Больше сказать-то и нечего про данные часы. Так что ссылочка будет на данные часы под видео. Time Zone, магазин зачетный. Я вам рекомендую только этот магазин. Там только брендовые китайские часы. Какой-нибудь шарпотреб они там не гоняют за 3-5 баксов. А продают только довольно качественные экземпляры китайские. По доступным ценам. За хороший подарок. Спасибо магазину Time Zone. Вот так, ребят, такие вот часики. Еще добавлю, что здесь стрелки фосфорные. Вот так, ребята, светится циферблат, фосфорные стрелки. И также еще есть 4 точки. 12 часов, 3 часа, 6 и 9 вечера. И больше сказать мне о них нечего. Если часы вам понравились, то переходите по ссылке и покупайте. Там есть разные варианты данных часов. В принципе, если видео вам понравилось, ставим пальцы вверх. Пишем комментарии. Не забываем подписываться в группу. Делиться данным видео со своими друзьями в социальных сетях. И всем удачи. Всем пока.